На паспортном контроле в пункте пропуска «Адлер» 45-летнему мужчине сообщили, что въезд в Российскую Федерацию ему ограничен. Иностранца предупредили об уголовной ответственности за попытку пересечь государственную границу вне пределов пункта пропуска и рекомендовали обратиться в дипломатический орган своего государства. Практика по организации разовых пропусков для транзитного проезда по территории России иностранцев, оказавшихся в аналогичных условиях, применяется постоянно. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Он заключен под стражу.